Кронирование деревьев, обновление газонов, покраска городской мебели. Работы много, но силами сотрудников нескольких предприятий все делается быстро и легко. Даже погода будто поддерживает эту инициативу. Субботники объявлены по постановлению губернатора Краснодарского края. А в рамках данного постановления Анатолий Пахомов объявил о проведении работ по благоустройству во всех 4 районах Сочи. Начиная с сегодняшнего дня, при наличии хорошей погоды, мы будем производить полностью комплекс очистки района силами подрядных организаций, управлений, закрепленными за улицей, администрациями районов и города. Субботники будут проходить каждый выходной в течение 2 месяцев. Этого должно хватить, чтобы к курортному сезону город был полностью обновлен. Ориентировочно порядка 500 человек задействованы в субботнике. Это и жители вышли в свои дворы, вот, по крайней мере, здесь на Цветном бульваре это можно увидеть. Кубань с постом помогает, администрация города. Безусловно, приветствуется и поддержка сочинцев. Порядок в своих подъездах и на придомовых территориях в интересах самих горожан.